Кожа лица покраснела, и на ней появилась сосудистая сеточка и даже звездочки? Скорее всего, у вас купероз. Это сосудистый дефект, при котором на любом участке кожи, преимущественно в зоне крыльев носа, становятся видны сосуды. Кожа при этом остается гладкой, без уплотнений и воспалений, в отличие от розация. Причины появления купероза – это ломкость сосудов, снижение их эластичности и нарушение микроциркуляции. Чаще всего это обусловлено генетикой, но неправильный уход, влияние УФ-лучей, перепады температур, вредные привычки и другие факторы могут усугубить проблему. Основной компонент, который поможет укрепить сосуды, это трексирутин. Чаще вы можете встретить его в средствах от варикозного расширения вен, но в уходовой косметике для лица его тоже можно найти. Он содержится в нашем антикуперозном геле, где состав дополнен сосудоукрепляющими растительными экстрактами конского каштана, листьев красного винограда, центеллы азиатской. Также обратите внимание на средства с экстрактами арники, розмарина, гинко билоба и кардиосперму халикокапского, которые мы используем в наших флюидах для чувствительной кожи антиреднес, голд и грин. Хорошо работать при куперозе будут и антиоксиданты: витамин С, ресвератрол, ниацинамид, дигидрокверцетин и феруловая кислота. Их можно найти в антиоксидантной сыворотке Sea Energy и лосьоне-концентрате Neo. Чтобы точно определить состояние и тип вашей кожи, разобраться, есть ли у вас купероз, розация или другие проблемы, приходите в наши центры диагностики кожи Гельтек на бесплатную консультацию косметолога. Запись по ссылке в шапке профиля Гельтек Space.